Камера, мотор. Было очень здорово увидеть всех снова. С последней встречи прошло столько времени. Мне так повезло пережить это еще раз. И окунуться в ностальгию с головой. У меня смешанные чувства. Я давно не был на студии, но был очень рад всех увидеть. Это идеальный повод, чтобы поделиться воспоминаниями. Это большая честь и радость снова быть вместе. Было невероятно снова собраться в большом зале. Вокруг родные лица, и это уникальная возможность отпраздновать 20-летие вместе. Мы просто радовались тому, что мы рядом друг с другом. Приятно осознать, что ведь правда у всех все хорошо. Странное чувство, ведь я помню их детьми. И, разумеется, они выросли. Весьма ожидаемо. Было бы странно, если бы они не изменились. На меня сразу нахлынули воспоминания, как будто это было неделю назад. Нет ощущения, что прошло 10 лет. Совсем. Студия сильно преобразилась с тех пор, как мы там снимали. Все по-другому. Раньше Роллс-Ройс тут собирал авиамоторы, а вокруг одни сараи. Никакой защиты от шума. Мы слышали все, что происходило снаружи. Студия протекала, все было ненадежным. Обстановка не идеальная, но нам нравилось. Было весело. Лучшее место для экспериментов. Люди со всех уголков планеты приехали на эту студию, потому что любят Гарри Поттера. Это поражает. Приятно видеть, что влияние Гарри Поттера не заканчивается. Мы фанатели так же, как те, кто ждал снаружи. Это очень важная часть нашей жизни. Прожить эту историю на площадке было моей мечтой. Меня не перестает удивлять, как люди полюбили то, что у нас получилось создать. Эти 10 лет — как отдельная жизнь. Все, что со мной случилось, связано с Поттером. И это смогло повлиять на других людей, стало частью их жизни. Сейчас я еще больше это ценю и понимаю, как это важно.